Одну секунду, попрошу тишину в зале. Даже все те, кто стоят, тоже буквально на одну секунду. Уважаемые друзья, уважаемые гости, я вам представил всех, кто сегодня, я не скажу, принимает участие, просто приехали поддержать нашего многоуважаемого Зубаира Шилдаева, также нашего многоуважаемого Джамалдина. Где бы ни мелькала свадьба, где бы ни звучало эхо гор, мы всегда видим, за клавишами сидит один из лучших клавишников Республики Дагестан, а также соседней республики нашей, Азербайджан. Я просто назову имя, громкое имя, Шамиль Ханаев. Он дарит красоту, он дарит жизнь, и он действительно дарит всем гостям, кто на свадьбе, с лучшими мелодиями, ритм, гор, зажигательные лезгинки. И сегодня, я думаю, будет звучать, друзья, снова в этом зале. Мы знаем, на сегодняшний день он работает на канале ТНТ «Махачкала». Оставив работу, он просто приехал сказать «Ассаламу алейкум, город Кизляр!» «Ассаламу алейкум, Зубаир!» «Добрый день, кизлярцы!» И я сегодня хочу с большим привет, большим, великим удовольствием объявить зажигательную лезгинку, где просто и ноги идут сами, а пальцы на клавишах лачут, потому что это игрок и мастер своего дела Шамиль Ханаев! Не забывай.